Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксель Мод. В прошлом эпизоде мы начали строить себе вот этот рыбацкий дом, такой небольшой, на пляже, да. И сейчас, в принципе, у нас уже, да, доплавилось вот это стекло. Я думаю, мы построим уже, достроим наш дом. Я не знаю, хватит ли этого стекла. Только бы хватило. Я не хочу еще плавить. То бишь, ставить на переплавку. Хватит. Отлично. Ой, что-то, сейчас, секунду. А, запью чаем, а то что-то в горле как-то... Так, что нам нужно, Нам нужно сделать... дверь двойную. Так, ставим мы дверь, открываем сразу. Так, что-то может сделаем такой нормальный дом, как бы с крышей, чтобы вот так и шла. Мне почему-то кажется, так намного красивее будет. Я думаю, все-таки да. Сколько там штучек? Хватит. Я не знаю, что я сейчас вообще буду делать. Но я знаю, что сейчас нам дохренище вот этого нужно. Ну, заборов. Каких нафиг заборов? Лестницы. Как бы это сделать? Так, сейчас. Да ух ты ж. Вот. И сейчас вот так. Да, я думаю, это будет прикольно. Так, ладно. Да ты, ух, как меня эти... лестницы... Такой быстрый способ попасть внутрь. Так. Уже темнеет, а в принципе у нас тут даже кровати нет. Нужно сделать. Вот так. Да, вот так будет прикольно. Сейчас мы поднимемся наверх и будем начинать строить отсюда. Что это за покемон был? Глум. Глум нам не нужен. Глум у нас уже есть. Я, в принципе, я не знаю, дорогие друзья, да, наверное, давайте я нажму на паузу, а то это будет долго, пока я это все застрою. И, в принципе, продолжим потом, когда я вот это сделаю нормальную крышу. Да. Итак, дорогие друзья, я завершил вот строить вот такой нормальный домик у нас получился. Такой более-менее с крышей. Хотя вот что я думаю. Не будет ли так лучше, если мы вот это уберем?
Да, я думаю, будет... Хотя... Если вот так посмотреть... Да, все-таки я вот это уберу. Главное, чтобы и у нас топор сейчас не сломался. Пока я вот это буду долбить. Хотя он уже почти сломанный. Так, значит, нам еще и топор нужно сейчас будет сделать. Новый. Ух, дождь у нас вообще начался. Ладно, сейчас я быстренько вот это тут насобираю, все. А, отлично. Кровати у нас нету. А, тогда что мы сейчас можем сделать? Сейчас мы телепортнемся домой. И сделаем одну кровать. Да. Сделаем кровать. Еще что-то нам нужно? Думаю, нет. Тогда телепортируемся мы сюда. Идем в наш дом. Делаем кровать. Ну, в смысле, ставим кровать. Куда бы ее поставить, так нормально. Пусть будет вот, вот тут. Все, отлично. Поспали мы. Да, вот эти лаги стеклом. Все, отлично, и дождь прекратился. Тогда сейчас, что нам нужно, что нам нужно, что нам нужно? Нам нужно сделать сундук. Не знаю зачем, чем мы тут будем вообще хранить, но в принципе пусть будет. Думаю, пригодится. Итак, сейчас, что нам нужно? Нам нужно причал свой доделать, чтобы он был более-менее нормально так выглядел. А как мы его сделаем? Фиг его знает. Ладно, тогда... А, как я уже... Вот эти беготня туда-сюда. Чё нам так? Сделаем мы себе топор. Потому что этот у нас уже почти что сломался. Так, дерево у нас тут должно быть дофига. Да. О! Так, допишемся сюда. И в принципе. Нет. Как бы это лучше сделать? Да. Сделаю я вот это так. И вот так. Отлично. Так. Сделаем мы действительно вот так. Я думаю, это будет... Прикольно. Да, вот так у нас оно будет. Или можно вообще было сделать... Ух, да чё ты... Можно было сделать вот так, что вверх. А, да, я думаю, так бы было намного красивее. Ладно, на паузу. Так, пока я еще только вот снес это все, и я заметил вот этого покемона Execute. Вот эти яйца. Я не знаю, не помню, есть ли он вообще у нас. Не помню. Хоть, ну не помню. Сейчас мы вообще попытаемся
Хотя бы попасть в него, а. Вот такой и бесит, когда они начинают убегать, вот. Если, конечно, не убьем мы его. Фиг его знает. Попробуем мы его словить. Хрен они ловятся. Ловятся. Давай вот этим. Что-то пулевак вообще атак не имеет. Вот, любыми атаками бью, что-то он или не попадает, или еще что-то. Во жесть. Во, нормально, попал он все-таки. Снес. Значит, он не сразу сносит, а через какое-то время урон. В смысле, в следующем раунде, например. А я вообще не знаю, если вот в этих, словили мы экзекьюта, если я помню, то следующая его эволюция это экзекьютор. Я не помню, есть ли у него тут эволюция в этом. Ну, сделана ли его эволюция. И вот этого покемона у нас нету, а он, кстати, новый. Чинчоу. У сколько мы ему урона сразу снесли с одного удара. Попытаемся его словить. Ух ты, там Сквирл. Снез, какой нафиг Сквирл? Сквиртл. Привет, дружок. Как я тебя давно не находил. А вон ты заспавнился за моей спиной. Сквиртл, прикольный покемон. Ну, очень красиво его сделали. Проделали очень классно. Но не буду я его ловить, так как... Зачем? Нет смысла, он у меня уже есть. Так. Да чё ты... Ладно, тогда опять на паузу я это сделаю пока что. Вот это. Ну, причал, пристань или как там. Да, все, нажимаем на паузу. И так. Сделал я вот причал, даже вот поддержки вот эти сделал, чтобы более-менее вот так прикольнее выглядело. Хотя вот эту можно на одну было сюда передвинуть. Хотя, я думаю, и так нормально смотрится. Прикольно. Так, ладно, тогда еще вот сейчас вот тут поставлю. Да, вот так. Вот так, отлично. Сейчас вот такой причал у нас получился прикольный. Вот тут чтобы можно сделать. Вот так. Чтобы более-менее дорога такая была. О, еще один. О, поливертл. Поливертл там. Или поливар. Как... И еще вот этот, еще один. Забыл, как он называется. Пинсир. И Венуна, да, я тебя слышу, конечно же. Сейчас, что нам нужно? О, Беллспроут, или как он там называется? Забыл. Да. Сейчас. Так, на том берегу нету никаких покемонов. Сейчас мы посмотрим, вот это что там за покемон. Глум, мне кажется, что-то такое. Сейчас, что мы можем сделать? Вот тут я еще потом доделаю, для лодки или что-то такое. Сейчас. Я бы так хотел вот тут на берегу вот так деревья посадить. И деревья джунглевские. Сейчас пойду попытаюсь выбить хотя бы два листочка. Если, конечно, у нас это получится выбить. Хрен его знает. Если
Да еще чуть-чуть не прилагило. Да что-то не выпадает пока что. А я не знаю, есть ли у нас в доме вот эти ростки джунглевского дерева. Не падают. Ух ты, это что такое было? Чё оно все назад остановилось? Ну не все, но... Чё-то не падает. Ладно. Не будем мы запариваться на этом. Нет, нету. Нету. Нету, ладно. Сейчас. А, в принципе, так, там никакие покемоны случайно не заспавнились. Можно идти, в принципе, проверить, может. Кто-то там, да, заспавнился. Вулторб, нет, ты нам не нужен, извини. В принципе, ты уже у нас есть. Ух ты, какой милтанг большой. Так. О, Чикарита, Чикарита, офигеть. В принципе, ты нам тоже не нужен. Не нужна. Ты же она, вроде. Ты у нас уже есть. Кадабра, Кадабра, ты нам тоже не нужен. Так, ладно, никаких тут покемонов вроде не заспавнилось. Да, тогда мы телепортируемся домой. И, в принципе, идем спать. Спим. Так, отлично. Сейчас. А сейчас, дорогие друзья, я думаю, на этом уже можно закончить эту серию. В принципе, я уже наконец-то достроил дом рыбацкий. В следующей серии я уже начну вылавливать покемонов, хотя бы постараюсь каких-то словить. И, может, сделаю себе как раз вот те ботинки, с помощью которых можно быстро передвигаться. И все, дорогие друзья, давайте действительно на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.